Ассаламу алейкум всем, друзья, всем привет, меня зовут Ильхан Салах, вы попали на мой канал, и мы наконец на улице вместе со мной сегодня. Люди! Мы на Хромакее, на самом деле. Как бы, вот, а можно было бы? Конечно. Оформим, брат. Да сколько? Ящик хурма. Мы уже. Ящик хурма. Бум, видишь, я врезался. Все, понял. Короче, вместе со мной сегодня Женя Спиряков. Это я. На воротах. В воротах. Вместе сегодня со мной Артем Нечаев, которому мы будем играть один на один. Ой, черт. Тот самый ролик, который вам так понравился, вместе с видосом, который мы записывали. Слушай, он такой уровень задал, что это просто жесть. Ты видел последний удар? Rip it. Правила ты знаешь? Проигравшим на прогиб. Выходим один на один. Выходим один на один, но если ты пробрасываешь между ног, еще подбираешь, это нокаут. А если ты это делаешь? Это двойной. Нет, если я это делаю, я... Это обычное дело. Женя нейтралка... Честно, нейтралка включил, да? А это? А наказания какие-то есть? Можем сделать, пацаны. В тот раз вы писали, что мне подарить видосу, я там что-то выбрал. Можете в этот раз тоже написать. Какой-нибудь подарок я подарю Тёме, если он меня выиграет. Да, а если он проиграет, то он мне что-то подарит. Вообще не надейтесь, потому что... Ну, я не смогу вытащить уровень видоса. А если вы оба проиграете, вы мне покупаете H-Pachmak. Так, все, форму взял, бутс взял на игру, вроде ничего не забыл, точно. Друзья, я напоминаю, что спонсором данного ролика является легальная букмекерская компания Parimatch. И по случаю возвращения большого спорта в их сетке становится еще больше событий. А еще для моих подписчиков здесь крутейшая акция. По моей ссылке, которая, кстати, находится в закрепленном комментарии, вы можете получить до 20 тысяч рублей бонусов за ваш первый депозит на игровой счет. Не забудьте пройти полностью верификацию, чтобы получить максимум бонусов. И да, количество бонусов и акций ограничено. Короче, там 7 выходов. 7. У тебя 7, у меня? Нет, у тебя 7, у меня 7. 14? Получается 14. Хорошо. Но если вдруг ничья, по дополнительному. Ну, если вдруг ничья, конечно. Такое начнет может... слабый? Да, начинает на районе. Ебать. Так, пацаны, мы же будем стараться играть красиво. Мы это имею в виду, я и вы. Все, понеслась, да, уважение, респект, отдали, он вернул красиво и понеслась. Стой, 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 стой! Я думал, мне говорит. Это неожиданно. Неожиданно, вот так вот. Приятно. Ты причем вот так вот, стой, 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 стой! Всех остановил. Ждан нажал на паузу съемку, так и что случилось? Давай. Вот так вот качнул всех. Эл съел. Я не запутался или карантин дал? Я запутался в мяче полностью. Еще и волосы вот так опустились. Давай. Хорош, Тёма! Почему Рабона? Потому что, ну я думал, уже ну почти отобрал. Уже надо было что-то красивое делать. Выбросил свою саблю. Фауч! Я, кстати, хотел между уже кидать. Здорово! Хотелось под него. Не дам тебя в обиду. Будешь моим защитником. Ну шел в угол. Главное, не расслабляйся. Май, май, май. Тёма! Ты этого финту меня учил, ты чё? А вдруг ты не освоил урок? Нет, я помню его. Но если и вы так же легко хотите освоить любой технический урок, школа футбольной техники Эльхана Салахова. Пацаны, а если вы хотите заказать отличную рекламу, просто напишите деньги. Мужики, нормальные ценники. Это третий выход. Хочу, чтобы сейчас Нечаев видел движение, хотел как Егоров пробросить и убежать. Серьезно? Да. Так он же не бежит. Ну вот видишь, я так и сделал, как он. Я же не побежал. Я еще и остановился. Причем все это время я вижу, что он играет вот это чисто Ильхановская очкочка. Ильхановская очкочка выиграла. Нокаут, братан. Я знаю.
На самом деле... Самое обидное в игре с панерами, ты знаешь, когда они начинают вот эту свою завлекушку, ты все равно завлекаешься. Типа, иди сюда. Ты же знаешь, что тебя зовут пацаны пить, и ты не встанешь завтра с утра, но ты все равно идешь пить с ними. Вот так же с панерами. Вот с этого момента попадал. Вот такой вот коротенький видос получился, очень короткий, да? А Фидос ты не прокидывал? Очень короткий, да, получился видос? Ну, мы только так умеем. Мы тиктокеры. Девушка в тренде, девушка топ. Я видел ее танцы, танцы в тикток. Так, Тёмик, рассказывай. У тебя еще были... Слушай, нет, ну в атаке совершенно нет мысли, потому что всю жизнь я обучался только тому, что типа удержи мяч, подними голову, увидь открытого. Этому не научился, кстати. Я? Перестань, на Блатова уже доходишь. Да, конечно, вы друг другу вот так делаете. Ну, если мы... Он меня увидел и отдал, а я ему вот да так. Потому что ты рядом стоишь, и я тебе не отдаю мячи. Ну, отдаю на Блатова. Видишь? Я разрезаю линии. Ладно, скажи. Вот, а в обороне я себя, не особо боялся, то есть пытался аккуратничать. Жеку послушал наконец-то, вот, то есть... Послушал. Я ему ору, очко пропусти по-братски, чтобы ролик закончился. Вот, Жень, скажи, с кем было бы интересно мне сыграть вот такую игру? Будет интересно против, во-первых, ты Клока заколебешься между проверять, скорее всего. Вот это реально. Клок просто как пес. Он просто, он вот так вот встанет, будет тебе потихонечку ноги вырывать. Это раз. Второе, я думаю, реально против чужого. Почему? Потому что он азартный. Неважно, как он обороняется, он азартный. Он еще касать поставит. Ну это будет, да, это красивый, быстрый челлендж на скоростях. И Сибич. И Сибич. 100%. Ну что, пацаны, впереди, я так чувствую, ждут вас более интересные челленджи. А, пожалуйста, обязательно вспомните челлендж с Фидосом, потому что он реально красивый, уникальный. Там вообще картина еще такая. Еще и рядом, да, везде вот эта жара катарская. Катара, Airways, там вот. Туда-сюда, Airways. Поэтому, как обычно, по логике кинематографа, сейчас был плохой, следующий будет хороший челлендж, где будет серьезный соперник. Лучший челлендж в харизме. Понимаете? Ну, суть этого челленджа вот в этой вот харизме, блин. Вот она лучшая. Пупулька. Да. Короче, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и будет вам следующий ролик. Нет, с чужим или сипскана, или как пацаны сказали, с Германом, может. Пишите прямо сейчас комментарии. Извините, что так коротко получилось, но зато как вкусно. Всем спасибо за просмотр ролика. Всем пока, всех обнял.